Три минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – земельный налог. О том, какой порядок уплаты за земельный налог в 2017 году, будем говорить с экспертом программы, начальником управления налогообложения организации инспекции Министерства по налоговым сборам Республики Беларусь по Гомельской области Инной Зубковской. Инна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Для того, чтобы рассчитать земельный налог, нужно налоговую базу умножить на налоговую ставку и применить дополнительные коэффициенты. Налоговая база чаще всего – это кадастровая стоимость земельного участка, за который уплачивается земельный налог. Особенностью 2017 года является то, что кадастровая стоимость земельного участка определяется в белорусских рублях. До 2017 года налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка, определялась путем перерасчета кадастровой стоимости, выраженной в долларах США, по курсу Национального банка на 1 января года, за который уплачивался земельный налог. То есть стоимость земельного участка зависела от того курса, который сложился на 1 января года. Чтобы уйти от привязки к курсу доллара, в связи с этим были внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь. Статья 6 закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь предусмотрено, что налоговая база на 1 января 2017 года определяется в белорусских рублях в зависимости от функционального использования земельных участков в следующем порядке. Для жилой усадебной зоны, общественно-деловой зоны, производственной и рекреационной зоны в белорусских рублях по курсу доллара на 1 января 2016 года с применением прогнозного индекса роста потребительских цен. Для жилой многоквартирной зоны в белорусских рублях на дату кадастровой оценки. Прогнозный индекс роста потребительских цен на 2017 год составляет 112,6%. Поэтому, в принципе, для плательщиков, у которых не изменился ни размер земельных участков, ни его целевое назначение, размер земельного налога увеличится в среднем на 12,6%. Спасибо, Инна Николаевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.